кровоточат бедные березоньки. Скоро те, кто уничтожил вот эту жизнь, скорее всего, будут отмечать Пасху в храме, ждать чуда мироточения из икон. А вот кровь березы течет, а? Это ж надо, это какому надо быть человеку, чтобы по весне, когда самый сок, когда деревья набираются жизни, и вот так вот наживую пилить, казнить, как палачи четвертовать. Отвратительное действо. Березовый сок. Капля за каплей истекает. Это были живые деревья. Им было больно. И мне очень больно за них.